Фотовыставка под открытым небом начала работу на территории парка «Россия. Моя история». Она знакомит посетителей с филиалами Тверского государственного объединенного музея. На стендах размещена краткая информация о каждом из них. Проект подготовлен в рамках празднования 155-летия Тверского музея, коллекции которого использовались при создании многих экспозиций филиалов объединения. Что касается данной выставки, то она будет работать до конца лета.